Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. Ну, разговор-то, что бы они ни говорили, касался только одного. Касался прохода эскадры через Босфор и Дарданел. Идет эскадра американская. Да? Ну, авианосец, я так понимаю, туда пройти не может. По определенным обстоятельствам, он просто под мостом, да, не пройдет. А может и пройдет, я не знаю. Но он туда не заходит. А корабли, которые в авианосной группировке состоят, они сейчас идут. И вот речь, наверное, шла о конвенции Монтрё, про которую Эрдоган говорит, что они выйдут и так далее. Путин, наверное, рассчитывает, что когда Турция выйдет из этой конвенции, Эрдоган не будет американцев пропускать. Обхохочешься. Конечно, будет, еще больше будет. Потому что как раз американцам невыгодно. Эта конвенция, у них есть ограничения по плаванию в Черном море. Поэтому очень смешно все это. Я так понимаю, что Эрдоган очередной раз разводит глупого Путина. Госдума заявила о планах США перебросить корабли в Черное море, превратить, пытаются в американское озеро и так далее. Ну, это такие вот выступления для того, чтобы привлечь внимание к себе, какие-то, значит, такие вот штампы новые придумать. Американское озеро. Ну, и хотят превратить в американское озеро. И что, что вы можете сделать против? Вы можете этому воспрепятствовать? Нет. Тогда сидите в своей, ну, как в том анекдоте, помню, когда-то вот знаменитый одесский анекдот, когда бендюжник такой возвращается домой, заходит, мать у нее лежит на кровати. Он говорит: мама, а хочете жареной рыбы? Она говорит: да, конечно, сынок, я 2 дня уж ничего не ела. Он: ну так встаньте и пожарьте. Она говорит: так что ж я пожарю, у нас и рыбы-то, и ничего нет. Ну тогда, мама, лежите и не пьете. Вот это можно им сказать там, в Госдуме. Вы можете как-то этому воспрепятствовать? Нет, ну тогда сидите. Артисты тоже. Тролли просто одолели. Пишет вот какой-то Джонни Бой: Мальцев, ты свое вранье уже достал. Ну ты уйди и все. Что ты? Зачем ты? У тебя есть возможность нажать и выключить. Вот Путин выходит и врет. Да я не могу его выключить. Я могу его только вот так выключить. Да, этого козла. Другого пути нет. А меня-то можно и по-другому выключить. И ты меня не услышишь. Даже не узнаешь, что я есть такой.